Всем привет, дорогие друзья, меня зовут Влад, и вы на канале Red Lost Murder Show. Сегодня у нас будет открытие кристаллов на двух аккаунтах. Давайте начнем с этого. Прекрасный аккаунт с Немором, Блейдом, Кэпом и Пучком. Я открывал уже, наверное, почти недели две назад. Да, у меня опять был застой в открытии. Точнее, в видосах про открытие. Ладно, бывает, что поделаешь. Здесь у нас две пятерки и, по-моему, одна шестерка. Здесь, по-моему, ничего нет, если я не ошибаюсь. Да, здесь ничего нет. Здесь, ну вот, две пятерки. Давайте откроем. Я не особо помню, что ему выпало, но, по-моему, что-то связанное с дуплем. Вроде бы. Окей, давайте посмотрим, давайте проверим. Довольно-таки персов у него хороших, я бы сказал. Пятизвездных вроде нормально, но вот шестизвездных не очень. Фьюри. Фьюри — это бомба. Но, кажется, у него нет открывашки. Насколько я помню. Вроде да, вроде нет. Не особо я помню это. Но потом мы проверим обязательно, есть ли у него открывашка или нет. Ну это хорошо, можно исследовать в принципе варианты и все, и погнал. Так, далее. Вот санспота ему, три раза санспота шукал. Точнее вылетел, точнее нападает Анига. Ну ладно, в защиту можно, можно в защиту спокойно. В принципе довольно таки неплохо. Да. Так, вот такие вот персы, неплохо так по сути. Давайте за шестизвездный возьмемся, посмотрим, что ему выпадет. Так, ну что ему, под паучка и гелю бы неплохо было бы, печеньку наверное, ну по-моему у него есть пятизвездные, ну две печеньки куда лучше, чем одна, но вот это не печенька. Это гребаный носорог, который мы можем максимум поставить на Эгиду, которая на перехват. Но это в максимум. Это максимум. К сожалению. Это очень обидно. Вот уже, я не знаю, это его 12 или 13 шестизвездный. Но, блин, это обидно. Я тут немножко повырезал. Вы, наверное, видели, там номер телефона, еще какая-то фигня, так что, вот. Вот его персы, в принципе, ну, из шестизвездных, ну, старик Логан, ладно, более-менее, Проксима мощная. Моринг старый дубль нужен, ЖЧ, ночной змей, ну. Ну, вообще, если подумать, то набор такой средненький, 50 на 50, и то со средним. Да, это вот 13-й шестизвездный. Жаль, конечно, очень жаль. Вообще у него и Хавок как бы в дубле, Страж есть, и Лорд в дубле, и Колосс в дубле, и Невидимка в дубле, и Войд в дубле, и Верховный есть, и Печенька есть. Красота? Да, из всех 50, и Красная Омега даже есть. Ну, конечно, для него нужно мастерство качать. Менять, качать, и Гиперион есть. В принципе... Неплохой такой состав по пятизвездным. У нас у всех есть и говно пятизвездное, и нормальные такие пятизвездные. Утку Венома можно качать. Сейчас Халкбастер еще в дубле, его можно уже качать. Уже по бете понятно, что он будет мощный. По бете уже все понятно. Да, к сожалению, нет открывашек. Фигово, ребят. Очень фигово. У него, по-моему, вообще никаких открывашек нет. И, к сожалению, нет даже серый. Бывает, бывает. Ну что, что поделать? Вот так вот. Возможно, будет что исследовать. Ладно, ребята, переходим на мой аккаунт. Вот. Здесь несколько пятизвездных будет. Вот перед этим пятизвездным должны были быть два кристалла рыцаря за 300 и один пятизвездный. Но, к сожалению, файл повредился. Там был алкаш. Вот, а здесь у нас Хавок.
Я только поднял колосса на 4 ранг, и мне падает Хавок. Алло. Кабан, ты как обычно в своем репертуаре, ты сперва заставляешь кого-то качнуть, а потом ни черта не останется ресурсов, чтобы качнуть еще кого-то хорошего. Это бред. Я решил покупать кристалл за 300, как бы, вроде как там шанс получше. Но ты платишь 50% больше. Посмотрим, посмотрим. Хотя, чего тут смотреть? Кабан когда-нибудь давал что-нибудь хорошенькое? Конечно, он не давал хорошенькое. Между 5-звездной и 6-звездной, конечно, он даст 3-звезды. В любом случае. Без этого никак. То есть, кабам без 3-звездного в кристалле за 300 это не кабам. Это жмот сраный. Это все, что можно сказать о кабаме. Сволота и сраный жмот. Все. Топ или не топ? Вот в чем вопрос. Что сейчас выпадет? Конечно, конечно. Мне же не хватает 6-звездного капюшона. Мне нужно еще и 5-звездный. Разумеется, конечно, кабан. Я же так о нем мечтал. Что алкаш, что этот. Это же замечательные мистики. Мне кажется, уже полный набор мистиков. Вуду только не хватает, бля. Че, давайте уже какой там, 3-й, что ли, 5-звездный. Это, по-моему, несколько дней назад было. Но я не буду говорить, что мне выпало, вы сами сейчас увидите. И тут я схватился за голову, просто... Что? Как? Я охренел просто. Я реально охренел. Я не знал, что сказать даже, у меня так... Я был полон просто эмоций. Алло, как мне курс-то выпал? Я думал, ну все, сейчас мне попрет. Решил немножко так поколдовать, пошаманить таким вот образом. Как и на прошлом открытии у чувака, помните, я открывал 6-звездный? Вот точно так же я решил этот 5-звездный, вдруг повезет. Поскольку, насколько я помню, вот это я покупал за фрагменты с подвала. Ну как, с вторжения уже получается. Вот. И угадайте, что мне выпало. Конечно, между Кулом и Блейдом. Кулу нужен дубль, Блейду нужно повышать кромку. Но мне выпадает Псайлок, которая открыта способность. Это единственное, что радует. Открыта способность. Все. Солота кабан. Еще какая солота. Пробуем из этого кристалла за 300 что-нибудь вытянуть хорошее. Но, как вы видите, по моему выражению лица... Просто хрень какая. Вы сейчас сами увидите, видите, вот. Все, что можно получить от кабама, все. В жопу тебя, кабан, серьезно. Какого хрена, блин? Я уже не знаю. Я, по-моему, уже 4 штуки открыл вот этих вот кристаллов. Ничего. Просто хрень. Это полный бред какой-то. Но я, конечно, думаю, может после Корвуса уже начать как бы копить, чтобы вот прямо так разом все открыть и все. Не знаю даже, ребят, не знаю. Копить или не копить, вот в чем вопрос. Так-то хочется разово открывать. А когда ты разово открываешь, ты получаешь 3-й дубль ЖЧ, 3-й. Между Кулом и Хеймом. Хейма у меня вообще нет. Кулу нужен дубль. Спасибо, кабан. Спасибо большое. Мне ж так этого дерьма не хватает. Я уже на горе просто открыл еще 4-звездный. Посмотреть, что вообще выпадет, какой еще дубль, потому что у меня уже несколько с максимальным дублем. И вдруг там выпадет железным кулаком с бессмертным. Вдруг я там... Вытяну его и открытие хоть как-то получится. И что в итоге? А Логан-то он с максимальным дублем?
Да. Мы получаем осколки, и угадайте, что мы получили. Вот, посмотрите вот на это, вот угадайте. Конечно же, осколки. А еще несколько раз уже падали просто тупо камни. Повышение. Это обидно. Ладно, ребят, вот как-то так получилось это открытие с двумя аккаунтами. Вроде хорошо, а вроде нет. Вот. Если понравилось, то поставьте лайк. По поводу подписаться вы уже видели в начале видео. Или куда-то вон туда. Я не знаю, в какой стороне будет начало. Вот. Пишите комментарии. Повторюсь. Критика должна быть конструктивной, а не просто обосрал и все. Это неправильно, ребят. Это неправильно. Вот. Всем спасибо большое за просмотр. Всем удачи и всем пока.